Так, город Магнитогорск. Это у нас, уважаемые покупатели, просьба класть молоко в пакеты, в мешочки. Без мешочка розовый пакет возврату не подлежит. Нет, ты не покупал, забирай. Хоть сметану возьмем. Тут тоже нормально. А вот у нас что говорится на прилавках. Администратор к нам не подходит. Так. Сеть магазинов называется «Семья». Вот так вот у нас, вот так, чтобы в пакетики мы положили, у нас, чтобы вот так вот в пакетиках это все происходило. Вот такое вот. Еще и цена у нас такая веселая. Тоже весело выглядит. Классно выглядит вообще. Еще раз повторяем. Здесь пустота, пустота. Классно. Прям, ну, замечательно. Вечером пришел с работы, в пакетик налил в одноразовый молока литра половину или два. Пошел домой. Нет, интересно, а здесь срок годности, сколько она годна? Срок годности обычно, наверное, на сзади пишут. Ну, как правило. Ну, вот, как правило, у нас сзади так ничего нету. Сзади тоже ничего нету. Сзади тоже я ничего не вижу. Тоже вот там тоже ничего не видно. Храните сколько хотите. Ага. Молоко, коровка. Ну что, изготовлено 25.11. А, еще ночью месяц, а, ну вот, месяц и год. Угу. 25.12. Московская область, Россия. Димитровский район, село Озерское, дом 7А. Слушай, а у нас-то откуда там коровы появились, которые не дают сметану? А что ты это, Кать, масло возьмешь, нет? Боишься? Ну ладно, может, эфир закончим пока.